Ну, этот сезон был очень тяжелый. Были у нас взлеты и падения, но при этом все равно задачу выполнили, это самое главное. И надеемся, что в дальнейшем будем достигать более высоких целей. Сейчас у нас есть время отдохнуть, набраться сил, и потом с новыми силами, с новыми целями пойдем в новый сезон. Скорее всего, сказал бы я с ЦСКА, потому что очень обидное поражение. И надеюсь, что больше такого у нас не повторится. Поэтому хотелось бы им вернуть должок и сыграть эту игру заново. Мне больше всего запомнилась игра с Рубином в Казани, потому что на эту игру мы выходили после серии с многих поражений. Вышли, победили и с хорошим настроением поехали домой. И это было очень запоминающееся. Ну, в целом у нас в команде очень хорошая, дружная атмосфера, но приятнее всего было играть так как я игрок центра поля, Серафим с Чехловым, Артем Кокоревым, было очень приятно играть. Ну а в целом вся команда у нас очень хорошая. Ну, хотелось бы слетать в Сочи, потому что очень хороший город, хороший климат. Надеюсь, там будут очень хорошие поля и будет интересный опыт.